Теперь Киргизия. Там не утихают беспорядки, которые начались во вторник в городе Талас. Кадры, которые вы сейчас видите, уникальны. Группа корреспондента Первого канала Виталия Благова единственная оказалась в Таласе в самый разгар массовых выступлений. Эксклюзивные съемки из самого центра киргизского бунта, усмирять который послали несколько высокопоставленных чиновников. В том числе министра внутренних дел, теперь уже бывшего. Мы предупреждаем, кого-то из зрителей может шокировать то, в каком виде он предстанет на экране сейчас. Трудно поверить, что так может выглядеть человек, который всего сутками ранее был облечен высокой властью. Пацаны на Анаше! Или городской, весь не идет нам прямо с интров. Весь где-то там, типа в Козеласкере. Серия блуд, сели в синий аккорд. У нас дома холодно, высокогорье. Гости почти все сели за стол. Чай, бай, все дела, вдруг залетаешь душой. Копаем сегодня в городе митинг. И никуда теперь не выйти, никуда. Пацаны заждались, что там в гуще событий. Когда ж приедет долгожданная трава? Грязь утонированный, да, у Матис. Куда Берген? Куда я собрался? Чё за бля жизнь? Мама спросила. Куда собрался? Сказал потусить. Даже таксист, хоть и не местный, насел на Миш. Я сел на вес, задница шишки, пахнет салоне. Минты не белки, минты гондоны. Закинул нафтик и не помогло. В городе митинги, в городе гон. Если случится вдруг переворот, я залечу и пересижу. Фемок отпиздили местные мырки. Нахуй их фемок, слишком капризны. Если я жил, бороться за право. Едь за границу, тут за традиции. Мне поебать и на тех, и на этих. Я еду копать меня, как на ракете. Этот матис довезет до койтаж. Пацаны жданка, пацаны мандражит. Это полный пипец, ты мой.